Всем доброе утро. Сегодня 21 августа 2022 год. ЛНР, город Брянка. Котиков покормила. Пушистик меня провожает. Ночью спали спокойно. На стриме я вчера сказала, что вчера нам дали воду. Все понабирали, убирали. В общем, все очень довольны. Надеемся, что в скором будущем у нас решатся проблемы с водой и будут регулярно давать воду. Вчера также прошел дождь. Не ливень, такой капельный. Хорошо все освежил. Даже лужи остались. На улице даже прям очень так прохладно. Сейчас еще 7 часов нет. На градуснике показывает 18 градусов. Свежо, хорошо. Идет, провожает. Особых новостей у меня нет. Все вы можете в интернете, в Телеграм и так посмотреть, узнать. Мы живы, здоровы. Чего и вам всем желаем. Всегда желаю всем мирного неба над головой, крепкого здоровья, семейного благополучия, семейного тепла, чтобы очаг всегда горел, разгорался, чтобы все у вас было, друзья, хорошо. Еще раз всем мирного неба над головой. Все у нас будет, друзья, хорошо. Всем мира и добра.